чувствовать наше тело. И сегодня мы будем заниматься ногами, бедрами и ягодицами. Также наше упражнение сегодня будет довольно-таки веселым, потому что мы будем использовать вот такой аксессуар. Если у кого-то нет возможности найти такую резинку, обычную резинку, то, в принципе, ее можно соорудить самому или самой. Всего лишь взяв, свернув ее в кольцо и соединив с одного края, сшив, склеив, что-нибудь еще придумать можно. Эта резинка более усложненная, но смысл тот же самый, что и обычная резинка, свернутая в кольцо. Значит, в такой резинке есть несколько уровней, она сшита такими стежками, то есть чем мы ближе соединяем вместе ножки, да, и будем разводить, допустим, их, тем сложнее, естественно, будет нагрузка. Чем дальше мы берем стежки, тем будет легче нагрузка. Я ввожу стопу в один стежок, вторую стопу во второй стежок. Получается вот такое вот у нас натяжение, да? Те, кто имеет просто кольцо резинку, те просто вставляют ножки в это кольцо. Здесь у нас можно потанцевать. То есть вот такие танцевальные у нас шажочки. Ну, практически ламбада, да? Можно импровизировать, можно делать что угодно, что хочешь вы. Делаете таких вот шажков с резиночкой, где больше подтягиваются ваши бедра, будут, соответственно, уши и целлюлиты. Поэтому просто топчемся, это как хотите. Можно отводим ножку в сторону, задерживаем ее и плавно возвращаем на место. Делаем паузу. В сторону и возвращаем на место. В сторону, пауза и возвращаем на место. Повторим то же самое с другой ноги. Лично я очень чувствую напряжение в мышцах. Не забываем задерживаться в паузах. Отводим ножку, задерживаем и возвращаем. Тоже задерживаемся в паузе. Снимем резинку и немного расслабим наши ножки, потрясем их вот так вот, дадим мышцам отдохнуть. Теперь мы вводим одну ногу в кольцо, другой конец резинки держим в руках и подтягиваем к груди. Делаем плавный вывод ноги вниз и сокращаем ее вверх. Такое упражнение помогает хорошо растянуть мышцы, плюс придает им удлиненный и красивый вид, красивую форму. В соответствии с чем подтягивает, сжигает жир и убивает весь целлюлит, который только есть на нашем теле. Поменяем ножку. Дорогие друзья, напоминаю, что с помощью одного этого видео, с помощью одного упражнения вы не добьетесь результата быстро. Поэтому вам нужно создавать плейлист. Плейлист — это такая функция, куда
вашему усмотрению. Ну, например, вы выбираете понравившееся вам видео для группы мышц ног, да, и создаете плейлист, например, вы можете его назвать каким-нибудь стимулирующим названием. Мои идеальные ноги или мои супер длинные, стройные, идеальные ноги без целлюлита. Ну так для стимула, да, чтобы ужалить результат на будущее. То есть это видео вы присоединяете к другим видео. Рада вас всех здесь видеть. Продолжаем заниматься своим красивым телом и до встречи. Пока!